Экибастузский инженерно-технический институт имени академика Каныши Сатпаева в этом году отмечает 30 лет со дня открытия. За это время образовательное учреждение подготовило тысячи высококвалифицированных специалистов для крупных производственных предприятий по всей стране. Юбилей института – это радость не только педагогов и студентов, но и всего города и даже всей области. Поздравить коллектив, готовящий ключевых специалистов топливной энергетической отрасли, приехало много гостей. Сегодня готовятся основные технические специальности в данном учебном заведении. Я хотел бы от лица Павлодарского областного маслихата, от руководства области поблагодарить весь преподавательский состав, присутствующий здесь, и всех спонсоров, гостей и основных партнеров, которые были озвучены от наших основных градообразующих предприятий. Важность сегодняшнего мероприятия, предыдущие спикеры уже неоднократно остановились, но вместе с тем дата сегодняшняя связана с днем рождения Марата Пазалыча. И действительно, это человек, который внес большой вклад в науку в 2018 году от Казахстана в Китае. И на одном из ужинов было дано слово мне, как представителю региона. Я сказал, что я из того региона, где есть город Экибастуз. И на меня сразу по-другому посмотрели, потому что Экибастуз даже больше знают, чем Павлодарскую область. Вот. Поэтому о значимости города Экибастуза я хотел бы остановиться в своем выступлении, о том, что действительно здесь проживают великие люди. В рамках праздника за заслуги в развитии института и подготовке квалифицированных специалистов были награждены отличившиеся преподаватели. У нашего учебного заведения большое будущее. Мы готовим специалистов для крупнейших промышленных предприятий региона. ГРЭС-1, ГРЭС-2, разрезов Восточный, Богатырькомыр, КТЗ. У нас есть уверенность в завтрашнем дне. Наши студенты всегда развиваются и пополняют багаж своих знаний. За 30 лет существования институтом подготовлено более 10 тысяч квалифицированных специалистов для топливно-энергетической отрасли области и всей страны. Мы обеспечены всем необходимым для обучения. У нас есть спортивный зал и библиотека. Последняя обновляется ежегодно в соответствии с современными образовательными процессами. Наша студенческая жизнь проходит ярко. Мы участвуем во множестве творческих и профессиональных конкурсах республиканского и международного масштаба. Экибастузский инженерно-технический институт имени академика Каныши Сатпаева был создан в 1994 году по инициативе администрации города энергетиков и горняков и поддержки местных промышленных предприятий. Ермек Сапаров, Жансу Сирикбол, Евгений Олейник, Ерцес Ахпарат из города Экибастуз.